начал с армейского рукопашного боя, по-моему, с 2004 года в городе Тобольске, клуб «Сибиряк». По армейскому рукопашному бою выиграл Россию, всероссийские турниры, ну, какие были, почти все выиграл. Потом несколько раз приезжал на сборы в Редеве вот, к Александру Васильевичу и Владимиру Михайловичу. Меня пригласили за команду подраться, по-моему, в 2010 году. И вот с тех пор я постоянно сюда приезжаю, а сейчас приехал сюда жить. Нашел М1 Fighter, выиграл, и на турнирах М1 Challenge тоже два раза выиграл. Бои смешанного стиля – это, наверное, для меня как бы моя профессия, мой стиль жизни, мое хобби. Моего соперника по тайскому боксу выступает, физически сильный. Скорее всего, наверное, буду в борьбу в партер переводить и там пытаться добить. Для меня стальная битва – это как бы очередная проверка перед боем за звание чемпиона по версии М1 Challenge. На этом турнире я бы хотел показать красивый бой. Для меня важно в этом бою бой провести без травм и чтобы зрителям понравилось, чтобы зрители остались довольны моим боем.